Вернись, вернись. Покажись, я хочу поговорить. Зачем ты пришел? Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить или освободить меня хочешь? Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я могу быть вихрем. Могу помчаться. Могу их спасти. Только я! Я не верю тебе, дух. Слишком многое говорит против тебя. Я не могу доверять только твоим словам. Не смей причинять мне вред. Против тебя станут силы природы. Броница 10-й дорогой обходит. Не разорваться же мне! На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполню. Не может быть! Что там такое поселилось? Не знаю наверняка, что там сидело, только больше его там нет.
А что ж вы сделали? Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как карамельки. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Я не верю вам.
Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Не прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Умный кровь смутиянки. Гнянок. Нечего канителиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя! Она предназначена ему! Получит ее Иммерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь.